Рануа. С фермы виден город и осветительные вышки Аскрекс. Это в нескольких милях от окраины. Ферма находится рядом со свалкой. Это мы тоже знаем. Осветительные вышки рекламируют альбом Аскрекс и меняют цвет раз в час. А раз мы знаем время... 11 вечера. Да, тогда получается, что ферма к востоку, точнее... К юго-востоку от города. Пожарная часть, которая ставила штамп, была из южного региона. Модель фермы делал Петрохем. Значит, другие варианты отпадают. Выходит, мы нашли, что искали. Рэнди должен быть на ферме Эджвуд. То есть, можно ехать? Надеюсь, я нигде не ошибся. Надо торопиться. Боже, хоть бы получилось. Должно получиться. Мы за два дня сделали больше, чем полиция за все время. Это как раз несложно, но все равно. Спасибо, Ви. Ты очень помог. Мы найдем его, Ривер. Я же не знал, что с ним творится. Если бы я спросил. Ты ни в чем не виноват. Я его дядя, Ви. И я никак ему не помог. Блять! Держись, Рэнди. Мы уже едем. Осторожнее! Ривер, это та ферма. Мы нашли ее. Да, да, давай в хлев, быстро! Yeah.
Ривер, это та ферма. Мы нашли ее. Да, да, давай в хлев, быстро. Сюда, Ривер! Быстрей! Господи, он еще жив. Мы успели. Ви, выруби эту чертову машину. Надо отключить Рэнди. Рэнди. Нужна скорая. Повторяю, нужна скорая. На ферму к югу от города. Да, пришлите наряд. Да, высылаю координаты. Нет, хотя бы несколько человек. Только быстрее. И там еще автоматическая линия обороны. Будьте осторожны. Быстрее. Это надо отключить. Окей, все отключены. Проверь остальных. Может, они еще живы? Сейчас. Погиб несколько дней назад.
Все хорошо. Не бойся. Мы тебе поможем. У тебя небольшое обезвоживание, но ты поправишься. Эй! Помоги мне с Рэнди! Получилось, Ривер. Да, получилось. Но для меня еще ничего не кончено. Выродок должен ответить за этот кошмар. И ответит. Что ты хочешь сделать? Убить его? Именно. Пойти к нему и придушить голыми руками. Эта мразь сдохнет. Успокойся. Это уже ничего не изменит. Энтони Харрис теперь просто бессмысленный овощ, который даже сам не дышит. Это может продолжаться бесконечно. Он должен умереть. Тогда я буду уверен. Прекрати. Стоит ли ломать себе жизнь из-за мести этому недочеловеку? Не знаю, может, ты и прав. Я просто не знаю, что еще могу сделать. По-моему, у тебя целая куча дел, Ривер. Подумай о сестре, о племянниках. Ты сейчас нужен им, как никогда. Да. Ты прав. Тебе нужно время, чтобы забыть про Харриса. Для начала, хотя бы выспись. Когда сам с собой разберешься, позвони, поговорим. Да. Мне нужно немного побыть одному. Потом позвоню. Конечно. Эй, мы готовы лететь. Ты с нами или как? Спасибо тебе, Ви. Без тебя я бы не справился. Не вопрос. Обращайся. Бедные дети. Ты уже столько лет служишь. Скажи, когда-нибудь видел такое? За 8 лет первый раз такая жесть. В голове не укладывается.
Алло? А, Ви, это ты. Привет. По делу звонишь или просто так? По делу. Нашел твой заказ на поиски Сведенборга-Ривьеры. А, это? Слушай, я уж про это и забыла. Ну так, еще актуально? Вообще-то да. Мне эта тема по-прежнему интересна. Найдешь хоть что-нибудь на этого Сведенборга, с меня черная икра и шампанское. Но вряд ли ты что-нибудь накопаешь. А ты сама что-нибудь накопала? Если вкратце, то нихера. А если более развернуто? Ну, Сведенборг-Ривьера якобы не только экономист и радикальный философ, но и крутой нетренер. Мастер на все руки. А еще что известно? Слушай, это просто трата времени. Говорю тебе, он настоящий призрак. Не проверишь, не узнаешь. Надо же, сколько энтузиазма. Ну, раз тебя так распирает, попробуй. Я заинтересовалась этим год назад, когда последователь Сведенборга зашвырнул коктейль Молотова в отделение Гельвеции. Пыталась хоть что-нибудь на него нарыть, но ничего не нашла. Как в стену долбиться. Наняла частного детектива, и это уже без толку. Пробовала отследить IP-адрес, связанный с аккаунтом. У него явно есть демоны, но все хвосты не подчистишь. Ого, я даже и не думала, что разговариваю с профи. Ну, конечно, я пробовала. Я отследила сигнал до Санто-Доминго. Но вот вычислить адрес не получилось. Там полно глушилок. Да ты и без меня знаешь. Спрашивала местных, обещала деньги за инфу. Галя, полный ноль. У меня больше нет зацепок. Все ясно. Отправь мне координаты последнего терминала, который переслал сигнал. Я посмотрю. В худшем случае потеряю час времени. В лучшем, кто знает. Ну, раз предлагаешь, давай. Ну, лучше ни на что особо не рассчитывай. Хорошей охоты. Доброе утро, на
Керри? Джонни? В этот раз Ви. Разочарован? Блядь, прости. Я так и не понял, как этот ваш цирк устроен. Все просто. Представь, что Джонни — это пассажир. Ага. И что-то мне подсказывает, что безбилетный. Неважно. В любом случае, я за рулем. И уступать место не планирую. Я понял. Ничего страшного. Ты тоже сгодишься. Керри, у тебя что-то случилось? Есть работа. Я почему-то подумал, что тебе идеально подойдет. На углу Грей и Малагра. Рано утром. Там поговорим. Идет. Дался тебе этот Сведен Херберг. Хочешь найти его и расспросить о смысле жизни? Ну так я тебе хоть сейчас скажу. Нет его, смысла этого. Особенно, когда в башке у тебя сидит клоун и все время подпездывает. Дай подумать в тишине. Ой, да ладно. Думать ты еще до меня бросил. Но, конечно, вали все на голоса в голове. Тихо, тихо. Надо осмотреться.
Что это за звук? Как будто сверху.
Дался тебе этот Сведен Херберг. Хочешь найти его и расспросить о смысле жизни? Ну так я тебе хоть сейчас скажу. Нет его, смысла этого. Особенно, когда в башке у тебя сидит клоун и все время подпездывает. Дай подумать в тишине. Ой, да ладно. Думать ты еще до меня бросил. Но, конечно, вали все на голоса в голове. Тихо, тихо. Надо осмотреться. Пиратский роутер. Думаешь, проделки нашего философа? Есть только один способ узнать.
Дался тебе этот Сведен Херберг. Хочешь найти его и расспросить о смысле жизни? Ну так я тебе хоть сейчас скажу. Нет его, смысла этого. Особенно, когда в башке у тебя сидит клоун и все время подпездывает. Дай подумать в тишине. Ой, да ладно. Думать ты еще до меня бросил. Но, конечно, вали все на голоса в голове. Тихо, тихо. Надо осмотреться. Пиратский роутер. Думаешь, проделки нашего философа? Есть только один способ узнать. Thank you.
Андерсон? Мне опять нужна твоя помощь. Дело деликатное. Допустим. Что от меня требуется? Не по телефону. Приедешь к нам, я тебе все объясню. Без проблем. Помогу, чем смогу. Отлично. Мы тебя ждем. Помнишь, куда ехать? Конечно. До встречи. Клэр. Ви, готов к следующей гонке? Я на месте. Жду тебя. На твоей поедем? Или мне зверя пригнать? Давай лучше на моей. Я ее лучше чувствую. Сама понимаешь. Конечно, понимаю. Ну что, встретимся там, на ранчо? Да, я скоро буду. Увидимся. Привет, Ви. Я сейчас осмотрю машину перед стартом, на всякий случай. Ты никуда не уходи, мало ли. Что-то забыл? Ну, говорить можешь? Не боишься разбиться тут насмерть? А с чего бы именно сегодня? Да я не про сегодня. Я вообще. Не сегодня, так завтра. Рано или поздно. Ну, моя подруга на своей кухне погибла. Тостер коротнул с утра. Так что, как говорится, чему быть, того не миновать. Как думаешь, какие у нас шансы? Но главный наш соперник – это Луиджи. А с ним еще и Марго за стрелка. Ну и? Эта баба обожает дырявить колеса. Но ты не забивай голову. Делай свое дело, а спецэффекты я возьму на себя. Извини, мне надо постучать по колесам, пока минутка есть. Давай. Выиграть!
сзади будут обгонять. Пусть попробуют. Попробуют. Мы можем выиграть! Поздравляем, Ви и Клэр! Первое место, Ви! Охренеть! Мы выиграли! Мы в финале! Да! Ну круто, чё? Не останавливайся. Проедем немного дальше. Зачем это? Надо поговорить. Кое о чем важном. Окей. Давай вон там присядем ненадолго. Красивый вид. Да. Мы с Дином любили сюда приезжать. Ты мне что-то хотела сказать. Я тебе говорила про Дина, моего мужа. Он был твоим пилотом, да? Добрее него никого не встречала. Мы дружили еще до моей процедуры. Он принес мне нарциссы в клинику. Сказал, с началом новой жизни. Долго вместе прожили? 12 лет. Дин смеялся, что на 15-ю годовщину наконец уговорит меня на первый имплант. Готовил какой-то сюрприз. А можно спросить, почему у тебя нет имплантов? Мне нравятся машины Ви, но превращаться в машину я не хочу. Это странно? Немножко. Ну и такое бывает. Только Дин мог бы уговорить меня поставить импланты. Теперь мы уже не узнаем, удалось бы ему или нет. Слушай, Клэр, а почему ты вдруг сейчас про мужа заговорила? Год назад он погиб на гонках, в финале. Но это была непростая авария. Это как-то связано с нашей гонкой? Ну, отчасти. Короче, моего мужа убили. Его прикончил один корпоратский хлыщ. Питер Сэмпсон. Редкая сволочь. И что с ним за тема? Да неважно, для меня он всегда был таким же соперником, как прочие. А вот для Дина... Они знали друг друга очень давно. Дин и Сэмпсон. Что-то не поделили? Дин ничего мне не рассказывал, но между ними действительно была какая-то вражда. Не соперничество на трассе, а личная ненависть. Дин бесился, когда Сэмпсон выигрывал. И что с ним за тема? Да неважно, для меня он всегда был таким же соперником.
Они знали друг друга очень давно. Дин и Сэмсон. Что-то не поделили? Дин ничего. Ни соперничество. Расскажи мне, как погиб твой муж. Мы только что вышли на финишную прямую. Сэмсон уже мчался перед нами. Было ясно, что нам не выиграть. Дин стал сбрасывать скорость. И тут этот подлый ублюдок ударил по тормозам. Дин не справился с управлением. Но он ведь не нарушил никакие правила. Ты не понимаешь. Он был уже у самого финиша, он бы выиграл. Но он хотел убить Дина. Ты точно уверена, что это было убийство? Может, это просто твои эмоции? Нет. Я видела, как они ссорились на стартовой линии. Я его уничтожу. Во время гонки? Люди часто гибнут на трассе. В этом нет ничего необычного. Все по правилам, никаких вопросов. Это же гонки. А что, если Сэмпсон вообще не будет участвовать в гонке? Он будет. Этот никогда не упустит случая повыделываться. Он чемпион прошлого года. Конечно же, он захочет повторить успех. Чего ты от меня хочешь? Чтобы я помог его убить? Если придется сделать выбор, мне важнее убить Сэмпсона, чем занять первое место. Прости, что соврала тебе, Ви. Ну, что думаешь? Ну, раз тебе это так важно, я согласен. Давай уделаем эту сволочь. Спасибо тебе. Это очень важно. Правда, очень. Увидимся в финале? Да. До встречи, Ви. Привет, Ви. Как ты? Да нормально. А я тут подумал, не хочешь заехать к нам вечерком? У Джос появилось желание замутить настоящий семейный ужин. Как тут отказаться? Вот и прекрасно. Тогда мы с Джос ждем тебя. До встречи. Thank you.
Зато на этот раз у нас... Привет, Найт-Сити. Я Джиллиан Джордан, и это местные новости на 54-м канале. Полиция Найт-Сити просит быть осторожными, используя терминалы. В ходе недавней проверки выяснилось, что многие из них заражены. Эксперты уже подтвердили, что обнаруженный вирус может спровоцировать полный отказ лидерам клана, а в отдельных случаях даже смерть. Привет, Ви. Спасибо, что пришел. Говорить с Майкой — это как играть в 3D-шахматы. Не дай сбить себя с толку. Ты прямо комок нервов. Мне сейчас охота душить этих тварей голыми руками. Так что да, можно сказать, что я чутка нервничаю. Может, расскажешь о ней побольше? Чтобы я знал, о чем говорить. Нет, говорить с ней буду я. Да что с тобой? Судя по всему, я иду просто как телохранитель, да? С чего ты взял? Просто я ее лучше знаю. А как ты хочешь переманить ее на нашу сторону? Скажу правду. Про то, как и почему погибла Эвелин. Думаешь, этого хватит? Нет, но посмотрим по ситуации. Я готов. Идем. Погоди, я открою. Довольно сложные замки. Такие без подготовки не откроешь. Сможешь обойти их защиту? Ага. Я очень надеялась, что с тех пор, как я ушла, у них тут ничего не поменялось. Надежды оправдались. Как два пальца. За мной. Джуди Альварес. Сказала бы, что рада тебя видеть, но я терпеть не могу лгать. А еще, как ты знаешь, я ненавижу незваных гостей. Ага, я даже знаю почему. Мне казалось, после Шельм тебе падать уже некуда. Но теперь вижу, что ты скатилась еще ниже. Ты дружишь с обычным уголовником. Я о тебе говорю, Ви. Кажется, я оставил след в истории вашего клуба. Ну, если след — это лужи крови на полу, то да, конечно. Я пришел в облака за инфой и получил ее. Все остальное случилось потому, что кто-то не хотел сотрудничать. А тебе никто про компромиссы не рассказывал? Объяснить, что это такое?
Они требуют времени, которого у меня нет. И что тебе надо на этот раз? Снова будешь мучить наших кукол? Джуди хочет поговорить насчет облаков. Хочешь вернуться? Окей. Я всегда говорила, что ты классный монтажер. Не пойму только, зачем было притаскивать этот хвост. Я не собираюсь возвращаться, потому что вы считаете кукол за мясо. И это не изменится, пока мы не отберем облака у тигриных когтей. Слушай, я понимаю, то, что случилось с Эвой, тебя потрясло. А я думала, ты ничего не знаешь. Было ясно, что ее ждет печальный конец. Странно, что он наступил так поздно. Мы должны что-то сделать, иначе со всеми будет как с Эвой. Дубман насиловал ее, пока она была без сознания, а потом продал. Как ненужный хлам. О, надо быть спокойнее, Джуди. Ладно, ты вроде в более адекватном состоянии. Объясни, в чем дело? Ты подумай над тем, что сказала Джуди. Идея-то хорошая. Смотри-ка, у тебя появился первый настоящий фанат. Ты знаешь, что Дубман сделал с Эвелин, когда ей нужна была помощь? И ты согласна это терпеть? Клубом управляют боссы тигриных когтей. Знаешь, сколько я для них значу? Столько же, сколько вы и ваши проблемы для меня. То есть почти ничего. Так может, ты вообще не должна тут работать? Давайте я сделаю вид, что вы не приходили. По старой дружбе, Джуди. Буквально через минуту охрана поймет, что вы здесь. У вас будет два варианта. Или вы сами отсюда выйдете, или вас вышвырнут. Это не угроза и не фигура речи. Просто дружеское предупреждение. С меня хватит. Я ухожу. Разумный выбор. А чтоб ты не думала, будто я совсем отмахиваюсь, через пару минут Форест будет на техническом этаже. Один. Ты выбрала не ту сторону, Майка. Позволь мне самой судить. Ты пойми, я тебе не враг. А я не спрашивала твоего мнения. Как все классно прошло. Она просто нас послала. Мне кажется, она тупо боится. Если что-то пойдет не так, она потеряет работу или вообще жизнь. Поэтому лучше оставить все как есть и не рыпаться. Между вами что-то было? Давно. Мне тогда просто было одиноко. Как и всем в Найт-Сити. Она тогда была совсем другой. И я тоже. Людям, которым важна только выгода, нельзя доверять. Никогда не знаешь, что им покажется более выгодным. Дружески похлопать тебя по плечу или всадить нож в спину. Да, полностью согласна. Просто она когда-то мне очень нравилась. Я не сразу поняла, кто она на самом деле. Но какая бы ни была, без нее никак. Блин, а ведь я могла утром уехать поплавать. Мне кажется, тебе сейчас не помешает отдохнуть. Да и мне тоже. Да, только это будет не совсем отдых. У меня есть одна идея, я над ней работаю, но пока не уверена, что все получится. Ну да. Я что-то не очень представляю, как ты валяешься на шезлонге и пьешь коктейль через трубочку. Если я лягу на шезлонг, я начну думать, как все могло бы быть. А мне как раз этого и не хочется.
Погоди минуту. Что сделаем с дубом? Так а что ты сама хочешь сделать? Я хочу, чтобы кто-нибудь разрядил прямо ему в рожу обойму. А лучше две. Кто-нибудь? Да. И я хочу, чтобы это был ты. Ты уверена, что он придет? Ты же видел Майка. Неужели ты думаешь, что она стала бы его тут держать, если бы он не выполнял ее приказы? Лично я не понимаю, почему этот гондон еще жив. Так что, идем к нему? Конечно. Время убивать. Поехали на лифте. Так будет быстрее. Технический этаж. Ты знаешь, кто хуже корпоратов? Суки, которые метят в корпораты. Ты про Майка? Какая же мерзкая баба. Но надо признать, она верно оценила ваши шансы в этом деле. Это мировые новости на 54-м канале. Я Джиллиан Джордан. Ученые из Biodyne Systems сообщили о революционном открытии в борьбе с рассеянным склерозом. Склероз – это одно из немногих заболеваний, которое нельзя вылечить, заменив пораженные ткани. А вы тут, блядь, откуда взялись? Где Майка? Зачем она меня позвала? Эвелин умерла. И ты пришел мне об этом сказать? Как это, блядь, мило с твоей стороны? Вот тебе. Поставь свечку. Ты насиловал Эвелин, когда она была беззащитна. Я мог бы свернуть ей шею и повесить голову вместо люстры, пока она бы не начала гнить. А я ее отвез к Риперу. Так что мне за это причиталось. Она должна быть благодарна. И вы тоже. Ну так вот тебе моя благодарность. Берегись, что почувствую удовольствие, облегчение. Все, нажимай первый этаж. Хочу уже выбраться отсюда поскорей. Мне казалось, вот он сдохнет, и мир станет лучше. И чувство было такое, такое сильное. Знаешь, месть редко приносит облегчение. Поэтому не надо воспринимать ее как чудесное лекарство от страданий. Она так не действует. Ты спишь, что ли? Думай быстрее, ходи уже Надо вернуться к Майка с козырем в рукаве. Что, взывать к ее чувству справедливости не помогло? Майка убедит только конкретика. Минуту назад мне казалось, что ты хочешь все бросить. Ви, я целыми днями обрабатываю вирты в подвале. Какие шансы, что кто-нибудь придет и отстрелит мне башку? Мизерные.
как и сострадание Майка. В отличие от тебя, я не привыкла подставляться. Но это все равно еще не конец. Знаешь, я тоже люблю конкретику. А, то есть для тебя тоже главный расчет. Скольких ты положишь, сколько используешь патронов и сколько заработаешь. Не всех кормит искусство и мечты о свободе. Иногда приходится спускаться на землю. Так что дальше? Надо подумать. Нужно больше людей, это точно. Я поговорю с куклами. Позвоню тебе, как что-нибудь придумаю. До скорого, Ви, и спасибо.